Привет, друзья! Вы смотрите канал «Алга Петербург». В этом выпуске обсудим догадку Филиппа Киркорова. Киркоров попытался разгадать тайну самой популярной маски в телешоу. Шоу «Маска» стартовало на канале НТВ 1 марта. Это российская версия популярного всемирно известного проекта «The Masked Singer». Этот проект называют одним из самых ярких событий за последние полтора месяца. Так вот, Киркоров предположил, что за маской льва скрывается Димаш Кудайберген. В этом интригующем вокальном поединке сошлись 12 звезд шоу-бизнеса. Это певцы, актеры, спортсмены, ведущие, кого там только нет. Но самое главное, их личности держатся в строжайшем секрете. Звездные участники нового шоу, исполняя песню, скрывают свою личность за маской. А их оценивает жюри. Среди членов жюри Филипп Киркоров, чуть не сказал Николай Басков, Валерия, Гарик Мартиросян, Регина Тодоренко и Тимур Родригес. Они-то, собственно, и пытаются в течение шоу разгадать, кто перед ними выступает. По словам одной из участниц, которая уже разоблачена, это Елена Катина, никаких шансов узнать, кто находится в маске, практически нет, потому что в этом проекте все очень и очень засекречено. Самым таинственным и популярным участником является человек, скрывающийся за маской льва. Кто находится там, пытаются всеми силами разгадать член жюри. Среди прочих версий есть версии, что это Никита Пресняков, внук Аллы Борисовны Пугачевой, либо Анатолий Цой, участник группы M-Band. К слову, хочу сказать, что Димаш уже участвовал в подобном проекте, но это была китайская версия. Если вы помните, он был в маске, собственно, во всем костюме шикарном Беркута. Его там, в принципе, сложно было не узнать, согласитесь, потому что он там и сыграл и на «Домбре», спел так, что никаких сомнений не осталось. Ну что ж, друзья, это были все новости к этому часу. Не забудьте подписаться на канал, проверить колокольчик и до встречи в следующем выпуске. Димаш, если в шоу «Маска» ты, то, конечно же, Алга. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.